Здравствуй, Денис. Сегодня 13 апреля. Встало солнышко давно, заглянуло к нам в окно. На урок торопит нас математика сейчас. Посчитай от 1 до 20. Разгадай ребус. Что ты видишь на экране? Слог «чи» и слон. Что мы можем получить? Последнюю букву в слове «слон» мы убираем. Что же получится? Число. Хорошо. Давай посмотрим, какие числа меньше 6. 1, 2, 3, 4, 5. Они меньше числа 6 и находятся левее. А какие больше числа 6? Это 7, 8, 9, 10, 11. И так далее. Они находятся правее от числа 6. И они больше. Поставь знак «больше» или «меньше» между числами. Будь внимателен. И проверь себя. Правильно ли ты поставил знаки? Угадай, какое число спрятано за мячиком? Если ты все сосчитаешь, ты получишь число 3. А теперь, Денис, запиши примеры в тетрадь и выполни вычисление. Спасибо за урок, Денис. До свидания.